Здравствуйте, ребят! Сегодня для занятия нам понадобится мяч. Если у вас нет мяча, возьмите свою любимую игрушку. Также нам понадобится обруч и мешочки для метания. У меня обруча нет с мешочками. Я взяла бумажный мяч и вот такую ленточку. Итак, начнем. Поставили ноги на ширину плеч. Мяч в обеих руках. Поднимаем мячик. Раз. Наклон. Два. Три. Вниз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Молодцы. Следующее упражнение. Ноги поставили пошире. Широкая стойка. Наклоняемся. Мячик отпускаем и сразу ловим. Выпрямляемся. Еще раз. Наклон. Если это у вас игрушка, вы игрушкой задеваете пол и выпрямляетесь. Давайте еще попробуем с мячом. Выпрямились. Раз. Два. Выпрямились. Раз. Два. Выпрямились. Следующее упражнение. Садимся на пол. Ноги вместе. Ставим мячик или игрушку. Игрушка у нас просто будет подниматься вверх-вниз, а мячик мы должны поймать. Готовы? Поднимаем прямые ноги, опоры сзади. Подняли. Поймали. Поставили. Еще делаем. Поднимаем ноги. Молодцы. Ложимся на спину. Мяч или игрушка над головой. Поднимаем ногу, задеваем колено и ложимся. Еще раз. Другая нога. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Молодцы. Поднимаемся. Встаем на колени. Садимся на пяточки. Итак, мяч у нас будет по кругу бежать в одну сторону и потом то же самое в другую сторону. Если у вас игрушка, мы одной рукой ее ставим к носкам, а другой рукой берем и наоборот ставим и другой рукой берем. А мячик мы катим по кругу в одну сторону, в другую. И еще раз спину выпрямите в одну и в другую. Молодцы, встаем. Если игрушка, держим в руках. Если это мяч, зажимаем колени. Можно мяч, можно зажать также игрушку. И прыгаем мягко-мягко. Вверх на носочек. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Молодцы, сделали вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. А сейчас мы берем и обруч, и мешочек. Но так как у нас нет обруча, мы используем вот такую ленточку. И из нее я делаю небольшой круг. И вот такой мячик. Шарик у меня получился бумажный. Итак, мы стоим с мешочком или с мячиком. И стараемся попасть в кольцо. Правой рукой, потом у нас левой рукой бросок. Попали. Снова идем на исходную позицию. И пробуем другой рукой. Можно ленточку отодвинуть еще дальше. Да? Или отойти подальше и снова сделать броски. Правой
И обязательно левой рукой. И так надо сделать несколько раз. Молодцы! Следующее задание. Прыжки в длину с места. Ноги ставим на ширину плеч. Не сильно широко, не узко. На ширину. Готовы? Прыгаем вперед. Итак, пружинка в коленях. Присели. Руки отвели назад. И прыгнули вперед. Тянемся руками. Прыгать на обе ноги. Еще раз. Ноги поставили. Присели. Отвели руки назад, смотрим вперед и прыжок. Мягкий прыжок. Еще раз. Ноги. Присесть. Руки отвели. Смотрим вперед. Прыжок. Молодцы. Сделали вдох. Выдох. Все молодцы. До свидания.